Всем привет, ребята, и вы уже знаете, что городские яйца совсем-совсем скоро уходят из игры. Ну так вот, ребята, я позвал Лизу, чтобы сделать специально последнее открытие городских яиц. Сегодня мы откроем 17 городских яиц и посмотрим, сколько же нам питомцев выпадет, и выпадет ли нам вообще Лего. Если вам понравится это видео, обязательно поддержите нас лайком, ну а мы погнали открывать городские яйца. Свое первое яйцо я открою прямо сходу, давайте его просто покормим, посмотрим, что нам вылупится из первого яйца. Наверное, сразу же выпадет Лего, да? Давайте посмотрим, что там у нас выпадает. О, это голубая муха. Ну, понятно, понятно, насколько нам везет. Муха — это у нас камоновский питомец, поэтому я не думаю, что за него сильно много чего будут давать. Ну и вот так вот она выглядит в инвентаре. Очень миленький питомчик. Ну что, открываем следующее яйцо, точнее Лиза открывает. Смотрим, что там ей выпадает. Ого, ничего себе, сразу с первого яйца черный коршун, да это везение. Но я решил, что следующее яйцо я открою на локации с австралийскими питомцами. Итак, я кидаю в водичку, смотрим, что же нам вылупится. А нам вылупляется игрушечный пудель, вау, смотрите, какой он милый. Я считаю, что игрушечный пудель один из самых милых питомцев из этого обновления. А вам нравится данный питомец? Напишите в комментариях. Лиза нас завела в свои хоромы, и мы здесь не будем открывать яйца. Посмотрите, что с моим городским яйцом, почему его так трясет. Я знаю, это, наверное, Леги не терпится вылупиться, но оттуда выпадает... что это за птичка? Ладно, ребят, признаю, пока что нам не сильно-таки везет, но я все-таки думаю, что Лего нам должна выпасть. Но, к сожалению, вместо Леги нам выпадает голубь. Ну да ладно, голубей мы тоже любим, очень даже. Заболели наши питомчики, и мы пришли лечить их в больницу, а заодно посмотрим, что нам выпадет. Возможно, золотое яблоко нам поможет выбить Легу. А тут выпадает собачка. Кстати, это достаточно неплохо. Питомцы вылупились, пора бы в школу сходить. Эх, городское яйцо было таким прекрасным. Жалко, что оно навсегда уйдет из игры. Мне, кстати, одна девочка написала, что, возможно, добавят космические яйца. Это гениально. Я даже как-то сразу не подумал. Сейчас все гадают, какие появятся новые яйца. Это очень интересная тема. Можете обсудить ее в моем чатике. Ссылку на этот телеграм-чат я оставлю по ссылке в описании. О, нам опять выпал легендарный голубь. Но я, конечно же, шучу, на самом-то деле голубь у нас он камоновский, но все равно я считаю голубя огромной легой. Ведь именно с ним создана куча мемов. Ура, ребят, я успел включить запись, я тут просто покупал яйцо, а Лиза его открывала. И, походу, открывала не зря, ведь ей выпал ультраредкий питомец. Офигеть, что у Лизы их аж целых 6 в инвентаре, ну ничего себе. Могла бы уже и со мной поделиться. Ну ладно, я, конечно же, шучу. Смотрим, что Лизе вылупится из следующего яйца. Ого! Это опять ультрарарка, ультраредкая чайка. Лизе уже выпало около 4 ультраредких питомцев. Ну как же ей так везет? Сильно далеко идти не пришлось, и мы открываем сразу же другое городское яйцо. Смотрим, что там. И там у нас мангуст. Ребят, мы уже открыли огромное количество яиц, и нам до сих пор не выпало Лего. Но даже если она нам сегодня не выпадет, я считаю, что все-таки не стоит расстраиваться, ведь скоро выйдет новое яйцо. И мне кажется, если бы нам сегодня выпало Лего, то я думаю, в следующем яйце она нам уже не выпала, потому что тут такие шансы. Чем больше вы открываете яиц и вам не падает Лего, тем шансы на Лего все больше растут. А тем временем я бегаю по городской локации, и мне очень грустно, потому что совсем скоро она уйдет. Поэтому, ребят, обязательно сделайте скрины, если хотите фото на память. Так, Лизе что-то вылупляется, и это вылупляется таракан. Я, кстати, знаю много подписчиков, которым нравятся тараканы. Чтобы нам не вылупился таракан, мы пришли в салон красоты. Может быть, здесь нам вылупится что-то классное? А то совсем-совсем скоро яйцо поменяют, и нам даже леги не выпадут. Мда, волшебная тактика не помогла, и Лизе выпала вторая комонка. Итого у нас осталось всего лишь 3 яйца. Шансы очень маленькие, но мне выпадает таракан. Мда. Третья комонка подряд, да что ж такое? Мне, наверное, придется назвать это видео самое невезучее открытие. Неужели нам не выпадет лего? Так, Лиза открывает яйцо. И еще одна чайка. То Лизе 3 комонки подряд падают, то потом ультрарарки. Но вообще я считаю, что 5 ультрарарок за открытие это очень-очень классно, и Лизе повезло. Эх, вот и последнее финальное яйцо. Возможно, хотя бы в последнем нам выпадет Лего, но нет, выпадает муха. На таком замечательном моменте мне уже придется с вами прощаться. Сегодня мы открыли 15 яиц. 15 городских яиц. Однако нам сегодня не выпало Лего.
Лего, но я считаю, что это не повод расстраиваться. Ведь это последнее открытие, тем более нам сегодня выпало 5 ультрарарок. Я считаю, что это очень классный результат. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылочку на свой телеграм я оставлю по ссылке в описании. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.